15 рок-песен на различные манеры. Да, вот это я, кстати, тоже не отличил бы. В слепом тесте для меня было бы одинаково. А, ну это уже было, кстати. Он, по-моему, эту же песню и вставлял. Видимо, просто решил хайпануть как бы два раза. То есть, получается, даже был... Или это тот же видос просто, может быть, блин, я думал, что он новый сделал. Потому что это с Арией точно было. Это вообще одинаково, просто 0 в 0. На суд не попадает, я от бешенства белею. Да, это тоже прям 0-0 практически. Да, мы этот видос видели. Я просто думал, что, может, он какой-то новый сделал. Как бы, а это нет, именно такой видос 100% видели. Смотрю на блеск ночных огней. Они мне больше не знакомы. Да, вот это тоже было очень похоже. Прям одинаково. Ну вот это, опять же, первый шаг к пародизму. То есть к карьере, там, не знаю, условно, Галкина, дали замок купить. Потому что, как бы, это очень крутой навык, когда человек прям сцепливает эту фишку и прям супер похоже делает. Поэтому здесь абсолютный, просто тотальный респектчанский.